Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер. А значит, это вторая часть прохождения Silent Hill на первой PlayStation. И с вами снова Скудер и Кот. Всем привет. Да, в прошлой серии вот мы дошли до дома с тремя замками, нашли ключи все. И сейчас мы откроем эту дверь. Смотрим, что же за ней. Вообще, путь мы держим в школу Мидвича. Там вроде как наша дочка должна быть. Так, мы использовали ключ льва. Отлично. Минус один замок. Использовал ключ дровосека. Минус второй. И тогда ключ страшилы. Кот, тебе страшно открывать дверь? Нет. Ну, мне, если честно, немножко страшновато. Да ну нафиг, опять... Слушай, я про это забыл. Снова наступает тьма. Что происходит? Это фонарик? Блин, это фонарик, да, который мы взяли. Я, честно сказать, я про это забыл абсолютно. Я думал, до школы все будет днем и как бы... Бери-ка вот. Все нормально. Вот этих вот штукенций. Это вообще бонус. С другой стороны, раз нам их дают, значит впереди там же скач. Нас ожидает. Ну, я вижу, вот кровище уже на траве. Да, и я вот на ней стоял. Черт возьми. Это плохо на самом деле. Так. И я немножко не понимаю, я в растерянных чувствах. Куда нам идти? Сюда нет. Здесь. Тупик. Мимо. Кстати, вот хочу обратить ваше внимание, что свет натуралистичный. Ребятки, это вот в те времена это правее, было очень круто. Правее. Вон калиточка. А здесь все-таки есть калитка. Я так надеялся, что ее не будет, Кот. Будет, будет. Она нужна. Ну входим. Так, ой. Так, да, карту посмотрим. Вот мы прошли мимо дома. Сразу жутко стемнело. И надо, знаете, что сделать? Перезарядиться, по-моему. Нет, у нас все хорошо. Ну тогда вот... надо выпить. Выпить, да. Давай просто стяпнем, я не, потому что не выдержу. Хорошо. Ой. Так, что у нас тут? Блин, кровища. Все, в общем, не очень радужно. Я бы так сказал. Куда идти? Так. Будем каждый уголок. Расследовать. Ой, радио запиликало, вот оно. Не дадут нам, блин, обследовать все, потому что тут же прямо. Так, здесь тоже ничего. Ай-яй-яй. Нет, ну все-таки задело, а вот зараза. Так, смотрим на карту, куда мы вышли. Так, а вышли мы. Нам по-моему, бы левее. На улицу Мидвич. Ты имеешь в виду, да? Да, ну мы сейчас на Фине... Финел... Или а. Фине... А. Ну, насколько помню, все-таки Финел, по-моему. Нам левее надо, на Мидвич. Там проверить. Только так. Надо убегать сейчас. Ой-ой-ой, да. Прям левее вери. Так, вот это она. Мимо пролетают чешуйчатокрылые. Так, улица Мидвич, да, мы на ней. Ну как ты думаешь, мы добежим до школы наконец-таки по этой улице напрямик? Я думаю, что нет. Я тоже, зная Silent Hill, мне кажется, что ничего мы не добежим. Здесь вообще обрыв, но нам, слава богу, не сюда. Так. Кот, а расскажи, ты играл вот в детстве в первую часть Silent Hill? Ну, не в детстве. Я в нее поиграл чуть-чуть, буквально только недавно. Ага, может быть, есть... несколько месяцев назад. И то вот, ну, даже до сюда не дошел. Просто так, для ознакомления побегал. Вот. Ну, в принципе, как бы, ну, если учесть, что... Это какой год? Это 99-й год, вообще игра вышла. То есть для 99-го года это как бы супер,
Супер. Да, я с тобой согласен. Ты посмотри ночью, сколько этих тварей стало. Это какой-то кошмар. Я так понимаю, что раз у тебя нет первой PlayStation, ну я-то знаю, что Ну у тебя ее и нету. не было, да. Да, ты, видимо, играл на тоже на эмуляторе. Да. Так, какой-то садик. Так, ну нет, здесь нету ничего. Ой, смотри, что написано. Школа. Midwich Elementary School. Да, мы дошли все-таки. Значит, мы давай немножко побегаем здесь. Может быть, что-то найдем, кроме смерти своей. Не, он собака. Ой, собака. Все вообще как-то негостеприимно здесь. Так, что у нас там? По идее, тут обрыв должен быть. Так и есть. Да. Обрыв, и нету здесь больше ничего. Ну Ладно, что, тогда снова в идем школу? снова в школу, да, снова в первый класс. Первый раз. Так, Собака. тут собаки. Да, Нет, собака. детская школа, и тут собаки. Куда смотрит вообще дирекция школы? Так, и вот мы наконец-таки добрались до этой школы. Может, здесь нам дадут ответ на вопрос, что здесь вообще, черт возьми, происходит. Ну, пока все тихо. Слава богу, да. Темно, ну как бы ночь, да. Так, вот что-то. Я надеюсь, это карта, на самом деле. Да, сразу карта. И, кстати, карта школы, она, смотри, немножко четче. Ну, то есть хоть видно надписи. Ну вот класс. Как-то Да. плохо видно. Ну, все равно не настолько мелко, как это было в карте города. Так, ну, входим. Вот я когда играл в свое время, все-таки я играл в то время, когда оно вот вышло где-то в году 99-м, наверное, может быть, 2000-м, впервые в нее. Я вот помню, мы с Лехой дошли до этого места, до школы. И так, давайте прочитаем. Алхимическая лаборатория. Алхимическая лаборатория. Злато в руке старика, и грядущее скрыто в длани его. Лишь за воду мудрых злато свое он отдаст. А, благо, я помню эту загадку. И вот видишь, кот, здесь как бы все загадки, они вот с такими намеками какими-то, где-то могут быть письмена какие-то чуть ли не древние написаны с загадками. Тьма, что приносит удушливое пекло, треск пламени, тишину разрывая, будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. А давай по очереди читать. Ну давай, давай. Так. Очередная какая-то сказка. Место звуков и песен. Серебряный знак голоса скрывает безмолвные. Их пробуди в порядке, как я предписала. Место звуков и песен. Ну, в общем, Это, наверное, что-то тут будет. класс музыки. Это классическая, на самом деле, загадка, но мы пока о ней говорить не будем, потому что вдруг есть все-таки люди, которые еще не играли в первый Silent Hill. Так, нет, я думал, это Ну, что-то лежит, будем но да действовать нет. методом логики и интерференции. Да, что бы это ни значило, будем действовать именно так. Так. Ты видал там, какой у них вот здесь вот в этой комнате стоял огромный ксерокс? А, давай посмотрим, мне даже Вот интересно. зайди, посмотри. Вот Это ксерокс? это мне кажется, Я ксерокс. думал, это тумба какая-то для Не-не-не, это хранения ксерокс. бумаг. Даже вот сбоку видно, откуда бумага выезжает, он коричневая. А, да. Вот с правого боку, да, То есть это, там скорее всего, лоток. какой-нибудь матричный ксерокс Это на бородатых самом деле годов. кошмар, да. Плоттер огромный просто. Старый, древний. Тут закрыто. Ох ты, нет, открыто. Опа, это где мы? Это мы в какой-нибудь учительской, наверное, я так думаю. Во. О, не зря мы сюда Патрончики. зашли. Патрончики, да. Так, немного патронов к пистолету. Ага. Стол такой классный, как будто из красного Дубовый, дерева. да? Не, Прямо как будто или из красного красного дерева, дерева, что-то да. Вот такое. смотри, какая здесь картина. На картине изображена дверь.
Не знаю, кто ее нарисовал, но у него явно дурной вкус. То есть Гарри не понравилось. Видимо, у него трясутся поджилки. А он почему-то вот постоянно, даже когда стоит, вот остановись, он весь трясется. Ну, ты знаешь, на его месте я бы, наверное, тоже, меня бы потряхивало. В таком месте, как Silent Hill. Конечно, мужик, он уже взрослый, но психика может не выдержать у любого человека. Не, вот сейчас, да, как игры делают, то есть берут, ну, чтобы снять движение, берут на человека, вешают кучу датчиков, он идет, да. А вот это же полностью запрограммировано, мне кажется. Вот здесь, по крайней мере. Если честно, не знаю. По-моему, частично тут все-таки motion capture был, насколько я помню и читал. Но знаешь, где он был? Он был в кат-сценах. То есть вот в тех, которые не на движке игры, да, а где вот, ну, графика хорошая. Ну, я понял. Люди, вот там, по-моему, все-таки использован уже был motion capture. А в игре, да. Да, это, конечно, колоссальная работа. Все это вручную прописывать, движение. Вы тоже, дорогие друзья, если что-то знаете, может, мы что-то не то говорим, пишите в комментариях, поправляйте нас, делитесь мнением. Дополняйте. Да, будет очень интересно почитать, как оно действительно было, как оно есть. И вообще, тоже отпишитесь в комментариях. Вот Константин правильно сказал, обратив внимание на этот ксерокс, который похож больше на какую-то мебель, если честно, что действие игры на самом деле происходит даже не в 99-м-то году. То есть это она вышла в 99-м, а действие происходит у нас, ну, насколько я помню, или в 80-х, или в 70-х даже годах. То есть это прошлое. Это прошлый век, середина даже, я бы сказал, прошлого века. Так, дверь во двор. Вот я помню, что со двором тоже там связана будет одна головоломочка. Ага, и он открыт. Так, я вижу там тени. Кот, смотри, на нас идут дети или кто это? Кстати, я помню, смотрел когда фильм, там же тоже были эти дети. Да. И вот, ну, смотрел, как снимали фильм, и этих детей играла какая-то такая маленькая, по-моему, кореяночка. Кореянка, да, да, или китаяночка, да-да-да-да-да. Я тоже видел фильм о создании. И как она училась вот так вот ходить, ну вот как там, это, конечно, была жесть. Да, ее, по-моему, с помощью компьютерных технологий размножили, грубо говоря. То есть она была одна, а ее. Мне больше там понравилось. Помнишь, там в первой части был монстр, назывался он, по-моему, Lion Figure. И он как бы вот двигался так неестественно, из стороны в сторону, раскачиваясь. А, и поливался какой-то, был, да, дрянью. И там тоже был показан момент, как его создавали. Интересно вообще. Стрелки остановились на 10:00. Так, это у нас загадка. Это внутри двора школьного есть часы вот такие. Угу. На них 10:00. Это тоже будет здесь загадка, связанная с этими часами. Но это еще мы ее разгадаем не скоро. Кстати, вот вышла игра, что очень интересно, 31 января 1999 года. То есть, грубо говоря, в Новый год можно было посидеть и немножко наложить в штаны в 99 году. Да, то есть, тысячный, миллениум практически. Это, то есть, она вышла, получается, в начале года, да? 99-го. Да, ну, то есть 31 января, я так понимаю, это в Штатах она вышла. Или же в Японии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В Японии она вышла, я так понял, 4 марта. Вот. То есть она вышла сначала в Штатах, а потом... В Японии. В Японии? Да. Очень интересно. Это я смотрю, тут кот у нас, пока я играю, он быстренько использовал свой гаджет и... Не, ну просто интересно почитать о таких играх, хороших, действительно хороших. Да, да, ты прав, ты прав. Современные технологии позволяют, не отходя от кассы, что-то читать интересное. Так, вот наш персонаж обвел часовую башню и приемную, да. Это будут там головоломки. Но пока у нас даже ингредиентов-то нету. Так.
А, так тут получается в игре еще и концовки разные. Да. Я на самом деле не знаю, что нужно сделать, для каких концовок, какие, ну, грубо говоря, нужны. Ой, смотри. О, это. Насколько я помню, вот видишь, он споткнулся, упал. Вот эти вот, ну, как привидения, тени, они, ну, безобидны. То есть они вот просто бегают, так пищат. И вреда не наносят. Ну, прикольно тоже. Так, я на самом деле куда-то удаляюсь. Так, замок заклинил, эту дверь нельзя открыть. Надо более как-то логично все исследовать. А то мы ушли из двора. Ну ладно, раз мы уже пришли сюда, давайте здесь все двери проверим. Так, сколько я помню, когда пишется дверь заклинила, эту дверь вообще невозможно открыть. Да, спортзал мы попасть отсюда не можем. Шкафчики. Ой, как мне нравится, что здесь камеру все-таки можно вертеть. Так, Еще и замок заклинило. представляешь, был выпущен визуальный роман в 2001 году на Silent Hill. То есть это игра текстовая, по сути. Вот. А на что она вышла? Я не знаю, на Я что-то что. не помню. Просто написано, что было выпущено несколько адаптаций игры, включая визуальный роман 2001 года, а также фильм Silent Hill 2006 года и Да. переосмысление игры, названной Silent Hill Shattered Memories. Да, это выходило на PlayStation 2 вот сравнительно недавно и на Wii, по-моему. Ну, Wii это приставка от Nintendo. Так, здесь мы были. Переосмысление это, да. На самом деле, бэкграунд у игры довольно большой, и фанатская аудитория тоже велика, я бы сказал. Но с игрой случился конфуз, когда ее передали с японских рук, там, по-моему, американцам, насколько я помню. И Silent Hill Homecoming начался ужас. Ужас с ужасом, да? То есть серия Silent Hill, серия ужасов превратилась в что-то такое непотребное, в пародию саму на себя, и, в общем, с тех времен как-то, в общем, не заладилось. Кстати, вот в твоем рейтинге монстров Silent Hill, какой самый страшный? Самый страшный. Ну, если давай сделаем так, самый атмосферный, да, и самый страшный. Вот если брать самый атмосферный, то это все-таки я буду банален, как и многие, я скажу Пирамид Хэд. Это просто брутальный мужик, черт Но я возьми, с тобой с согласен. громадным тесаком. Он, конечно, был не в этой части, это в монстр второй части игры. Вот, и он, ну, просто он внушал такой ужас. Он же, его же, в принципе, отчасти можно назвать и самым страшным. То есть, то, что до поры до времени он во второй части ты не можешь с ним никак взаимодействовать. Он просто, допустим, где-то стоит за стенкой, да, или за какой-то решеткой. То есть он тебе, в принципе, сделать ничего не может. Он просто стоит и смотрит на тебя. И реально, чуть ли не до дрожи в колени наводил ужас. Так, вот мы открыли какую-то дверь. Ну, по мне, вот самое страшное, я, правда, ой, ну, не особый фанат игр этой серии, но видел, по-моему, это в третьей части был, там был такой монстр, у него, как бы, довольно вытянутое лицо, и оно так шевелилось как-то. А, Это в да. третьей, да, части было? Это, да, это в третьей Вот это вот части. самый страшный, по-моему, монстр такой, необычный очень. Его Опа. зовут, не знаю почему. Он был и во второй части, но во второй его он всегда был на уровень ниже тебя. То есть он никогда не был с тобой на одном полу, грубо говоря. Он постоянно клешнями своими по полу ползал и через пол тебя штыками пытался, ну, проткнуть, как бы. Вот. И там его называли во второй части мандарин почему-то. Почему, не знаю. Мандарин или апельсин? Опять же, простите меня, фанаты серии. В общем, каким-то цитрусом его назвали. Почему, неизвестно. А в третьей части вот он же самый, он перешел в другой ранг, и его там называют, по-моему, клозер. Ну, то есть ближник, да, как-то вот так. Да, страшный монстр, действительно, и у него вот эта вот шатающаяся голова из стороны в сторону. Очень. Кстати, взят вот этот монстр был из фильма «Лестница Иакова». Если кто не смотрел, обязательно посмотрите, фанаты
Silent Hill. Хотя я не думаю, что есть фанаты Silent Hill, которые не видели этот фильм. Но все же, многие идеи взяты вот именно из фильма «Лестница Иакова» с Тимом Робинсоном в главной роли. Фильм старенький, но очень атмосферный на самом деле. И вот там был как раз монстр, который вот так вот быстро-быстро головой из стороны в сторону шевелил. Очень интересная задумка. Тоже самого недавно посмотрел этот фильм. Да, это он. Мне тут Костя из интернета загружает фотки Клозера, того самого, о котором мы сейчас говорили. Выглядит эпично. Так, тем временем, Костя, у нас что-то, по-моему, первый затык. Что? Так, я проверил все двери на первом этаже, и, по-моему, идти больше некуда. Там у нас закрыто внизу. А, вот, дверь есть, которую можно еще проверить. Сейчас мы тогда зайдем вот сюда. И противоположную дверь проверим. Потому что... Нет, закрыто. Так, ну тогда, что мы делаем тогда? Смотрим опять карту. А, двор. Там у нас тоже все Почему закрыто. У нас приемный вопросительный знак. А там же вот эти головоломки, которые мы прочитали. Там часовая башня. Часовая башня тоже там будет головоломка, но это не сейчас. Ладно, тогда идем на второй этаж. Сейчас выходим опять через эту дверь. И продвигаемся на второй этаж. Вот тут подзагрузки у нас. Все-таки игра старенькая, не может вывести настолько большие локации без подзагрузок. Так, идем. Так, камеру переверну. Так, и вон чешет, смотри. Красавчик. И вот, опять же, фанаты меня поправят или подскажут. В какой-то из версий игры вот этих вот маленьких детей, тут можно даже вот смотрите, разглядеть, что это реально школьная форма на них. Вот кармашки там какие-то, да, у него на груди. Вот. То есть это дети, по сути, дети с перочинными какими-то ножичками. По-моему, в Австралии или в какой-то из версий игры, в общем, запретили вот этого монстра, и его или вообще убрали. Или переделали ему внешний вид, потому что он, ну, очень напоминает ребенка. Так, какая-то комнатка. Камеру, да. Но тут, к сожалению... Так, ладно, никого вроде бы нету. Так, химикат. Вот мы что-то взяли. Ну, мне не нравится, что тут все равно есть. Звук вот этот, как будто кто-то присутствует. Глюкоза, мне она без надобности. А чё? На полках ничего полезного. Гарри, ты ничего не кушаешь, ты бы хоть глюкозой бы ширнулся. Ничего, чтобы стоило внимания. Вот какой-то баллон будет лежит. Дистиллированная вода, мне она не нужна. Я думаю, потом пригодится для каких-нибудь. Да, по-моему, он, если что-то надо, что-то может использовать, он берет сразу. Хотя, может, я и ошибаюсь, честное слово, я не помню. Так, ладно, хорошо, мы сюда не зря зашли, мы взяли какой-то химикат, да. Так, смотрим, где мы были, где не были. Так, идем дальше. Так, вот химическая лаборатория. Следующая, скорее всего. Так. Ты опять поднялся? По-моему, я тебя валил. Я не добил его. Так. Очень напряжены нервы, если честно. Рука, что ли? Кровавая какая-то рука. Что-то она держит. А, это головоломка. Скульптура старческой руки. Это головоломка, помнишь, которую мы читали внизу? Да. Пальцы цепко вцепились в медальон, как бы не желая его отпускать. Да, и на самом деле вот эту головоломку я и помнил. Это, наверное, одна из немногих, которых я еще головоломок помню. Да, и здесь мы должны, по-моему, применить химикат. Вон, концентрированная соляная кислота. Найдена на складе при лаборатории. Да, и ее мы здесь применяем.
Да, и Гарри сейчас руку-то эту подплавит серной кислотой. На самом деле интересно, что при этом и медальон не послал. А, ну золотой медальон. Понятно. Так, вот у нас есть первый медальон, и он у нас пойдет в часовую башню. Помнишь, там были две выемки? Под. Ну, то есть туда можно в эти выемки что-то вставить. Вот как раз один из них медальон вот этот вот будет. Авто. Да что ты опять встал? Сколько ж раз тебя валить-то, а? Так, на самом деле, знаешь что? Можно патроны-то здесь поэкономить. 12 патронов. Так, перезарядимся. 52. Ну, поднасобирали, да? Это, ну да, в принципе, пойдет. Не может не радовать. Но я все-таки предлагаю взять трубу. Вот. И рассмотреть медальон. На его поверхности вытравлено изображение часовой башни, найденной в школьной лаборатории. Ага, применить. А повертеть нельзя здесь, да? В первой части. Во второй, в третьей, ну, в последующих частях можно предметы вертеть. Ну, оно и так вертится. Ну да. В принципе. Так, ладно. Камеру поворачиваем, идем дальше. Ящички школьные, кривые такие. Да-да-да, это вот ящички, я помню, такие у нас были в садике. Вот в школе-то, по-моему, не было. Ну, опа, идет. Так, главное его. Да вот гадость такая, а? Паршивец. Лежать. Лежать, сказал. Лежать. Вот они прыгают вперед так, хватают за ноги. И такое впечатление, как будто маленький ребенок, да, что-то просит у родителей или капризничает. Вот, вот это вот движение. То есть всем видом они напоминают маленьких детей. Закрыто. На самом деле они очень злобные монстры. Очень злобные. И на самом деле там эти монстры, это мы немножко позже узнаем. Так, черт возьми, где мы? Тут кто-то есть. Явно. Так, возьмем аптечку. Хотя лучше сначала зачищать комнату. Так, здесь по-любому кто-то вот есть. Мне кажется. За стеллажами. За стеллажами, да. И по-любому он нападет. Пистолет? Так, что у нас по жизням? По жизням у нас мало. Я думаю, надо скушать аптечку. Все-таки. Камеру. Нет, странно. А, видишь, смотри. Тени. Два привидения. Они тоже дают, даже три. Они тоже дают фон на радио. Но учебники ничего особенного. Но они безобидны. Вот я вот это вот тоже помню, что в школе как бы есть два вида монстров. И одни безобидные вот такие вот человечки. Так-то мы между классами прошли. А, это библиотека, что ли, тоже. Ой-ой-ой-ой-ой! Мужик. Парень. Убьем. Да, злостно. Просто злостно расправляемся с детьми. А почему они такие страшные, хоть это и дети? На самом деле тут тоже сюжетная подоплека. То есть. Ты, кот, знаешь вообще, почему Silent Hill такой вот он страшный и, ну, адский? Ну, что повлекло за собой такое изменение города? Ну, если судить по фильму... Ну, в фильме там это раскрыто, да, в общем. Да, там в плане того, что шахты, да, горели, во-первых. А во-вторых, вот эта вот вера неправильная у людей... Они создали свой персональный ад. Да, да, да. То есть даже не они создали, а вот девочка, которую, ты же помнишь, там был... А, ну да, они ее спалили. Они, да, хотели вызвать там какого-то местного бога. Ну, у них же культ там был. Ну да. И у них там был обряд по возрождению бога.
И вот они. И злость, эту девочку. Злость, да, злость злоба была такая, что... девочка, она как бы повлекла вот такое изменение города. Просто колоссальное. И все как бы страхи, так скажем. Ой! Ну вот так вот. А радио, кстати, не фонило уже. Угу. Вот. И все персональные страхи этой девочки, они как бы стали явью. Слушай, ну а где на партах надписи какие-нибудь? А будет тут тоже. Где-то, я помню, есть, будет парта, где вот как раз-таки будет написано. Это ж вот, по сути, школа, получается, та, в которой училась, в общем, та девочка, которая в фильме была. Ладно, не будем забегать вперед. Так, тут разные картины тоже все, правда, непонятные. Ну, что-то на них, ну, какие-то картинки, может быть, нарисованы детьми. Что это начальная школа? Так. А где мы сейчас? Мы в классных комнатах. Идем дальше. Исследуем. Туалет? Да, там дальше туалет. Карта Соединенных Штатов. Так, здесь, по-моему, пусто, да? Mm-hmm. Ничего нету. А вот на... А, нет. Мне так просвечивалась текстурка. Я, кстати, заметил, здесь довольно часто явление. Ну, это что говорить, это начало эпохи 3D еще. Да, еще так не умели. Так. Камеру поверни. А, вот здесь не поворачивается. Ой-ой. Плач, да? Угу, кто-то рыдает. Надо, наверное, проверять кабинки. Я даже знаю, кто это рыдает. На самом деле. То есть потихонечку мы начинаем проникать в мир этой девочки. Так, это был, наверное, женский туалет, это, судя по всему, мужской. Так, и здесь у нас товарищ. Даже ой, два. Даже два товарища. Да куда ж ты стрелял-то? Вот. Ну это жесть какая-то, ну правда. Пинай. Так. Ага, и патроны. Надеюсь, что дадут больше, чем я потратил на них. Ну, ты на них хорошо потратил. Да, еще и в молоко ушло несколько. Так, ну ладно. Здесь мы тоже, по сути, ни о чем побродили. Так, что у нас дальше? Так, дальше у нас идет следующий коридор. Так, теперь открыто. А, они с той стороны были закрыты, эти коридоры. Так, вот два мальчуганы. Вот куда ж ты стреляешь-то? Мать твою. Предлагаю тут... пинать. Да-да-да, то не поднимется. Так, есть. Двух мальчуганов оглушили, раздали тумаков. Ух ты. А что там? А, это холл, да, получается? Ну да. Интересно. Блин, атмосферно, конечно, все-таки. Все сделано. Так, я дверей там не пропустил. Ага, в класс музыки мы не вошли. О, Константин, класс музыки. Давай, давай, я хочу увидеть там что-нибудь. Неровный да. Был. Вот она. Вот этот рояль, пианино. Это притча вообще просто не открывается. Странно на вид. Она вроде бы и не заперта. О, тут еще фишка в том, что еще и открыть, да, надо. Вот это я забыл. Вон, подойди к доске. Доске это подсказка. Головоломки. Писано кровью. Читай. Сказка о безголосых птицах. Взлетает первым алчный пеликан, что жаждет больше всех награды. Бьет воздух белым он крылом, а тихий голубь обогнал его. И мимо пеликана пролетел, так далеко, как только мог. А вслед им черный ворон, парит он выше голубя, чтоб показать,
что он сильней. За ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей. И после всех ленивая ворона садится, только лишь взлетев, зевнувший мирно засыпает. Кто птицам путь определит, кто голоса даст безголосым, кто больше птиц награды ждет, серебряной награды. Вот, здесь, я помню, мы с Лехой засели просто намертво. Вот в этой вот головоломке, вот в этой загадке, мы просто начинали игру несколько раз. Мы думали, что может что-то где-то забыли. Потом стали думать, что возможно, здесь какая-то песенка зашифрована американская, ну их своя, да? Mm-hmm. Что это могут пройти только они. Ну, в общем, там столько было разных теорий, на самом деле. Не, ну чисто, опять же, если логично посудить, понятно, почему такой стих и птицы. Понятно, да. Мы поняли, что это клавиши. Но мы не поняли одного. Я об этом скажу позже. Так, что-то тут. А, помню. Сейчас будет один из немногих бу-моментов в Silent Hill. Кошка. Просто кошка. Ну да, вот так тоже бывает. Кто-то прикололся и запер кошку. И что-то с этой кошкой, по-моему, там произошло. Внутри ничего нет. Какое все ржавое было. Да, надо сказать, что Silent Hill городок-то не очень приветливый. Ну, в фильме, конечно, не вот это, когда стены облазили, реализовали. Передали, да, атмосферу очень, класса. Очень, конечно, красиво. Вот, прям вообще было. Да-да-да, сэр. Ой, опять. Товарищи. Товарищи. Товарищи, давайте вы не будете вставать больше. Тут так патронтажа на вас не хватит. Так, раздевалка, вопрос. Это там, где мы только что были? Не, мы же... Да. Да. Почему вопрос? Вот что-то этого я ты не помню. Посмотрел. Или что-то... Возможно? Возможно. Там откуда выпрыгнул кот? Что-то еще есть в шкафчиках. Нет ничего полезного. Что-то я проглядел, что ли? Запрещено бегать или играть в раздевалке. То есть нам надо пробежаться? Внутри ничего нет. Нет, это не головоломка. Я, если честно, я не помню никакой головоломки, связанной вот с этим вот помещением. Может быть, сюда что-то положить надо? Правда, не помню. Что у нас есть? У нас есть медальон. Ну, его явно не сюда. Его я знаю, куда мы использовать будем. А больше у нас ничего и нет. Ладно. В принципе, Гарри пока отметил его вопросиком. Пока оставим. Мы, да, знаем, что здесь что-то. Что-то тут. Так. Товарищ опять встал. Так, нет, нам надо развернуться и ткнуться лицом вот в эту дверь. Так. Вот это я зря сделал, да, надо было сначала развернуться. Ну, чуть жестокие добивания. Честно, я вот не могу, не вижу на них, вот как ты говоришь, форма школьная. Что-то, мне кажется, это вообще не форма. Ну, похоже. Тут надо еще скидку немножко на графику ты делать. Слышишь? Да, но это могут быть эти вот тени детей. Я слышу, да. А может быть и нет. Сейчас тогда очистим этот коридор. Может быть. Хотя нет, я пнул и этого, и того. Очень может быть, что
Я помню вот эти моменты тоже. Радио дребезжит, и мы с Лехой ищем, ищем, а потом в итоге раз оказывается, что это тень. Так, ладно, тогда начинаем вот с начала коридора. Следует. Так, это нам туда, мы там были, библиотека. Тоже были. Так, что у нас тут? Нехороший звук. По-моему, пусто. Так, по-моему, совсем пусто. То есть даже ничего и нету съедобного. Так. Ну что, пройдем в следующий класс. Сюда. Давай, давай. Так, а здесь явно кто-то есть. И аж двое. Разворачивайся. Так, и надо добить того, вот сейчас товарищ поднимется. Да, жуткий, конечно. Ты знаешь, жуткие дети учились здесь. Да. В Хилле. Что-то как-то... Бедные учителя. Хотя, если честно, я и учителей не особо хочу здесь встречать. Какие-то тут учителя. Суровые дети тут. Очень суровые. Волчонок. Волчонок, да. Так, тупик, да? Тут у нас по две классных комнаты. Так, по сути, мы и второй этаж по кругу прошлись. А третий есть? Да, есть и третий. И меня знаешь, что напрягает? Что мы не нашли на втором этаже сейволку. Так, предлагаю идти тогда на третий этаж. И надо найти сейволку срочно. Прям срочно. Так, так, так. Это вниз. А, вверх что тут нету? Может, не с этой стороны? Да, вот пищит, пищит. Не могу заметить. Но раз пищит вот этот писк, это вот как раз... Свои ребята. Дети, да, привидения. Так, что-то лестница тут вниз, а вверх... Ой, только вон там, да? Ну что ж, пойдем. Надеюсь, тут не зареспаунились ребятки. Третий этаж. Так, третий этаж. Это и все, что есть на третьем этаже. Замок заклинил, эту дверь нельзя открыть. Очень интересно. Нам сейчас нужен ключ. Ключ этот для того, чтобы открыть рояль. Но. Та золотая медаль, которая у нас сейчас есть, она нам пока ни к чему. Раздевалка. Руки, там где помечено, мы уже взяли золотую медаль. Так. А, первый этаж. Приемная. Ну, правда интересно. Я в тупике. Помнишь, где вторая медаль? Вторая медаль это в головоломке с этой самой. А, нам можно вниз сходить еще. Вон туда. Надо на первый этаж сейчас спуститься. Вторая медаль в головоломке с пианино. Угу. Вот. Где ключ от пианино? Ключ от пианино вот именно нужен, но мы еще не были в подвале. Сейчас мы тогда с тобой в подвал сходим. Так, подвал у нас на другом конце, да? Да, это надо через коридор. Ага, подожди, а там закрыто. Тут видишь, в чем фишка? Вот эти коридоры сквозные оба, в них можно зайти, ну а там закрыты двери. Ага. Через спортзал тоже не пройдешь. Вот там заклинила дверь. Сходить до приемной. Вот в раздевалке, там, где вопрос он поставил, на самом деле интересно, что, почему там.
Он поставил вопрос. Что-то может быть там сделать. Я, честно, я забыл. Напрочь. Просто у меня из головы нафиг все вылетело. Ну, здесь-то, собственно, и особо взаимодействовать не с чем. Здесь вот... Алхимическая лаборатория, злато в руке старика. Ну, это мы взяли, да? Дальше. Тьма, что приносит удушливое пекло, треск пламени, тишину разрывая, будет водного зверя. Времени мир открой, добычу ему приведи. Вот это что-то с зажигалкой, значит, или с огнем, тоже не помню. Картину, по-моему, какую-то надо сжечь. Треск пламени. Это не вон та картина, которая... Может, вот здесь, да, которая да, вот? Да, да, да. Сейчас подойдем. Место звуков и песен серебряный. Ну, это вот про головоломку с песней птиц этих. Угу. Это мы тоже уже нашли. Не можем. Так, сейчас, значит, что-то с огнем надо. Опять же таки. Так. Ну хорошо, давай попробуем. А, у нас есть зажигалка, по-моему. А, подожди-ка. А зажигалки-то и нету. Гарри, ну ты же зажигал ее, когда было темно. Спички у него были. А, или спички. А сейчас и нету ничего. Хм. Черт, ну неужели мы сели в лужу так рано? Хм. Да, блин, косяк. Да, это печально. Так, ну если... Ой, я нож взял. Зачем я взял нож? Нет, опять не то. Путаюсь пока еще в управлении. Так, берем назад пистолет. Черт возьми. На картине изображена дверь. Не знаю, кто ее нарисовал, но у него явно дурной вкус. Даже ничего не говорит, что... Так. Ну, картину надо сжечь? Не факт, не факт. Это я так думаю, а на мое мнение сейчас полагаться вообще нельзя, потому что я могу ошибаться. Так, это во двор у нас дверь. Ну, давай во двор выйдем. Так, можно ставить золотой медальон. Может, что-то выпадет. Так, золото, золотое солнце. А нет у нас золотого солнца. У нас есть золотой медальон. Ну там золотое солнце. Ну это он сюда. Угу. Так, но я так думаю, это нам ничего этого не мало. Даст. Этого мало, нам нужен еще и серебряный вот сюда. А серебряный мы получим только отгадав головоломку с... С роялем. С роялем, да. Так, сейчас пробежимся здесь, но здесь-то ничего не будет, конечно. Так, ладно, я тогда предлагаю пока на этом закончить. Сейчас мы тогда пойдем и... Искать сейв. Да, найдем сейвалку. Я помню, была где-то сейвалка. Если честно, я забыл где. Так, может вот это. Нет, тут вообще все позаклинило. Двери, это закрыто. Вообще все. Тут, по сути, идти в этом крыле некуда. А, нет, вот сюда, по-моему, можно. Да. Сюда можно, здесь тупик у нас. Внутри ничего нет. Так, 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 так. Тоже заклинило. Ну вот, сейчас будем ныкаться тут этим дверям. Ну, сейчас у нас скоро врубит. Так, нет, 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 нет.
Нет, еще раз нет. Это у нас туалеты. Вот, опять же, в последующих частях Silent Hill, по-моему, отмечаются комнаты, где сейф. Здесь же... Ну, это как первый вариант. Да, да, да. Есть нюансы, не доделал. То есть они потом все это выверили, косячки мелкие устранили. Ну что же, будем ныкаться, значит, по этим. Почем? По дверям, потому что я, блин, не помню. Не, ну тут точно сейф есть. Да, я же был в сейве, в сейв-руме. Наверное, на втором этаже тогда. Черт, я реально не помню. Так, где у нас? У нас коридор этот, блин, закрытый. Нет. Блуждания эти. Так, идем тогда на второй этаж. Там комната была со столом. Так, нет, это у нас классрум. Классрумс. Ой-ой-ой. Так, ну... Рояль, нет, рояль, это не то. Это классовые комнаты. Вот, наверное, надо противоположный коридорчик назад развернуться. Так, 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 так. И вот сюда свернуть. И это, наверное, туалеты тоже. Может, я что-то тут на полках пропустил? Но, если честно, сомневаюсь. То вроде ничего не лежит такого. Да, ничего такого, как бы, оно все равно как-то должно бросаться в глаза. А тут ничего нету такого, чтобы в глаза бы бросилось. Так, тут опять у нас что-то... А, здесь у нас были эти привидения. Безобидные ребятки. Самое главное, что тут сейвик. Пацаны. Да. Угу. Да, вот они пыш. Пищат, ребятки. А их еще задеваешь, они падают, спотыкаются. Так, ладно. В столе тоже ничего нет. Что написано? Return. Возврат. Возврат или... А, да-да-да, наверное, библиотека же. Угу. Так, ну слушайте, ну где же эта сейвалка-то? Прошли там, прошли сям. А, нет, надо, короче, снова сюда. Первую комнату я не зашел, возможно, тут прямо у меня было склад. Может, какая-то дистиллированная вода, хотя... Что-то помню, дистиллированная вода, она где-то нужна будет. Может, картину как-то эту растворить или что-то? Ну, дистиллированной водой вряд ли получится ее растворить. Но на самом деле, что-то где-то она может быть задействована. Но он ее, видишь, он ее брать не хочет, вот в чем фишка. Значит, ему не нужна это пока? Странно, да. Просто. Может, другой ингредиент уже найти как? Так, чего-нибудь. Третий этаж тут. Да, тут выход на крышу. Понятно. Мы там не были. Класс, раздевалка. Ну слушай, где же этот сейф? Так, мы были в библиотеке, мы были в химической лаборатории, там у нас руки. Может быть... может быть, где руки были, там сейвалка. Ох ты, тебя тут патроны не взял. Что ж ты сюда снова зашел? Так. Нет. Нет, ничего нет. Похожего на сейф. Ой, ну кошмар какой-то. Просто жесть.
тупик мало того, что не знаешь, что дальше делать, еще и тупик в том, что не знаешь, где Сайока. Так, ну так 5 библиотек. Так, ладно. Я думаю, на этом мы блуждание закончим. Закончим вторую серию. Вот видите, уже попали мы в первый тупик. Передрягу. Да, в общем, что хочу сказать. Вы, дорогие зрители, если что-то знаете, как дальше поступить, вы как-то или хотя бы намекните, или скажите, в какой комнате. Желательно напрямую все-таки не говорить, но какой-нибудь намек. Хотя бы, то есть, может, мы где-то что-то пропустили. Загадку. Да, вернуть нас куда-то на шаг назад. Вот. Ну, если нет, ну, ладно, можно и впрямую говорить, но желательно как-то так тоже. По сайлент-хилловски с загадочками. Вот, помогите нам, потому что что-то я пропустил. Не знаю. Вот, ну а на этом мы закончим серию. Я думаю, найду сейчас сейвалку и засейваюсь. Все-таки, что это все записывать, зачем. Вот, на этом мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока. С вами были Скудер и Кот. Пока.